Кроме того, в золотых лесах Африки обитают одни из самых эффективных хищников. Это семижаберная акула, или акула-корова, один из самых примитивных видов акул. Они плавно скользят между водорослями. Большинство особей носят на себе отметины от спариваний. Большинство самок беременны. Под защитой этих лесов акулы собираются небольшими группами, чтобы скрыться от своего главного врага – большой белой акулы. В открытом море у семижаберных акул нет ни единого шанса. Именно здесь, в золотых лесах Африки, акулы-коровы встречаются в самых больших концентрациях. Многие дайверы отправляются в Южную Африку, чтобы посмотреть на этих акул в их естественной среде обитания. Здесь не требуется приманка. Ныряльщики могут спокойно плавать с акулами. Акулы-коровы могут казаться спокойными и медлительными, но они прекрасные охотники. Сбиваясь в стаи, они способны загонять крупную рыбу и морских млекопитающих, не брезгуют они и морскими котиками.